Electrum биткоин-кошелек объявил о запуске своего клиента на дистрибутиве Linux – Fedora. IconaTimes.com сообщает, новый биткоин-кошелек позволит пользователям отправлять и получать биткоины. Быстрый, безопасный и простой в использовании Electrum может быть установлен на версию Fedora 25. После установки пользователи должны запустить приложение с помощью мастера установки. Основные преимущества Electrum – безопасность в использовании приватных ключей, которые надежно шифруются и никогда не покидают компьютер юзера. Шаги установки Electrum на Fedora подробно рассказаны на сайте fedoramagazine.org.